Мы уже. Тепло. Да, мы. Тепло. Преподносите свою грудь, пожалуйста. Просьба, да, стараемся без травм собственных и детишек. Это самое главное. Приоритет нашей компании – ваша безопасность. Слушай, сдохла, руку подняла, тебя сменили, и все прекрасно. У меня вот что-то вот тянет меня сюда. Просто там левая ключица. Директор. Президент. Конечно. Хорошо. Тренер. Не со школы. Да вот. Тренер. Нам второй тренер не распишется. Тренер. За вход. Красота. 13.00. Сейчас они будут 13.00. Да? Да. Щеками, 104 руки у ручья. Но а, кстати, не ручья. И ручья. Да. Но не живые. И не плющья. Руки мне родней. Не расплющи, а больно отпущи на все стороны мысли моей. Кругом клумбы, кругом колодца, куда камень придет седым, круговой порубы сиротства одиночеством круглым моим. Так плелась так мои русые пряди, серебристая прядь, и рекой разошедшейся надве, чтобы остров создать и обнять, сей с собой ей и всем Пьемонтом, и немножко хребет разломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя. Причина для счастья, когда считаешь здоровье, надо грести тело, когда ты будешь счастлив, когда ты будешь счастлив. Играй. Да, Светлана Сурганова и оркестр. Так, команда Светлана Сурганова. Как всегда, пришла с есть, пусть маленькое, но место для подвига. Несмотря на суровые влажные небеса, вы сегодня все пришли и готовы продолжить эту уже 7-летнюю традицию. Спасибо вам большое. Убедительная просьба, пожалуйста, не заболейте после сегодняшнего мероприятия и не травмируйте сегодня. И, конечно, по возможности получите максимально. Самый правильный осенний напиток, Бехеревка, и с целью профилактики, ОРВИ и всяких там ЖКТ. И для блеска у вас.
Правильно. Так что вот, рекомендация от доктора Сурганды. Пехерика по 50 грамм перед обедом. Прошу не путать, не 500 грамм, а 50 грамм. А перед ужином допиваем.